Российские власти собираются ужесточить требования к качеству авиатоплива и вернуть обязательную сертификацию. Авиакомпании говорят, что сейчас за топливо отвечают не все, кто должен. С 2015 года в России отменили сертификацию топлива заправочных компаний и лабораторий, которые контролируют качество топлива. Это первый удар по химтрейлам, а также удар по подготовке применения против россиян климатического оружия. Это важно понимать, дорогие друзья.